В Дагестане ищут убийцу 34-летнего мужчины. Его тело с множественными проникающими колото-резанными ранами было обнаружено на дороге возле села Улуая Левашинского района. Об этом сообщает региональное МВД. Погибшим оказался местный житель. Травмы были нанесены в область брюшной полости, лица и шеи. Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».